В нашем телемарафоне принимает участие Валерий Львович Бурко, заслуженный тренер Украины, тренер национальной сборной Украины, руководитель теннисного клуба «Уникорд». Он пришел к нам с детками. Валерий Львович, кто эти детки? Да, мы сегодня, во-первых, я хочу поздравить всех телезрителей этого канала «Орион» с таким прекрасным начинанием, это телемарафон, и в том числе наша акция «Спорт и дети», как нельзя сегодня кстати. Наш клуб, в общем-то, теннису все возрасты покорны. У нас есть и старички, которые играют в теннис, и профессионалы, и студенты, и около 500 детей. И вот мы сегодня привели сюда... Около 500 детей. И мы привели сюда сегодня не самых маленьких, у нас с 5 лет начинают играть в теннис, обучаться теннису, но уже тех, которые что-то показали. И сегодня вот Алина заняла первое место в нашем турнире уникортовском. Максим побеждал на наших соревнованиях. И Маша. Они все еще только учатся. Я вам сегодня хочу... Площадка слишком импровизирована для тенниса. В следующий раз я приглашаю вас к нам в гости, в клуб, на теннисный корт. И мы тогда покажем себя во всей красе. А сегодня я хочу вот показать вам чуть-чуть, буквально, чтобы зрителям было интересно. У нас нет цирковой школы, но вот в таких условиях мы вам кое-что покажем. Пожалуйста. Машенька, покажи, как мы жонглируем теннисными мячами. Достаточно. А ну тремя попробуй. Машенька, развернись, пожалуйста, на камеру. Сюда, вот. Так, молодчина. Вот вы видите, цирк у нас не присутствует на кортах, но в связи с тем, что мы готовились выступать в вашей великолепной студии, мы приготовили такие цирковые номера. Спасибо. Спасибо. Так, Алина, а ну попробуй еще более трюковый номер. Так, если кто-то из зрителей сможет повторить, пожалуйста, прошу на площадку. А теперь еще сложнее задача. Сейчас мы вам покажем с Максимом, покажем тот тест, исходя из которого мы, в общем-то, обращаем внимание на детей и в первую очередь отдаем им предпочтение. Максим, тест этот называется «Вратарские упражнения». Ну, давай попробуем. Так, давай еще, вот, быстрей, внизу, а ну, еще. Я ничего большего вам, естественно, в этих условиях показать не смогу, потому что, я повторяю, слишком импровизирована эта площадка. Но так или иначе, мне хотелось бы пригласить всех телезрителей к нам в клуб. У нас 9 июня в 18 часов будет торжественное открытие международного теннисного турнира, куда съезжаются спортсмены, маленькие дети до 14 лет из Соединенных Штатов Америки, Югославии, Болгарии, из всех стран СНГ, бывшего СССР нашего, и где вы будете присутствовать на интересном, зрелищном мероприятии. Уточним, это корты университета, так? Да, это университетская теннисная база, теннисный клуб «Уникорд». «Уникорд» расшифровывается «Университет теннис». И еще, Валерий Львович, немножко, кстати, сегодня день защиты детей. Мы говорим, от всего нужно их защищать. Но я считаю, что и прежде всего от болезни защищать. Чтобы они росли здоровыми, чтобы не болели. Спорт ведь очень даже помогает здоровью, так ведь? Вы знаете, к сожалению, пришли все на одну и тему, мы говорим, пришли тяжелые времена. И спорт вообще, и детский спорт переживает слишком трудное время. И мы, это я имею в виду в первую очередь нас с вами, мы о правительстве говорить, к сожалению, не будем. И мы с вами мало уделяем этому внимания. Это прежде всего вы правы, здоровье. Здоровье необходимо. И наш вид спорта, я считаю, спорт тот, которому все возрасты покорны, в первую очередь отдан детям. Во всем мире теннис сейчас один из самых популярных видов спорта.
И у нас есть базы прекрасные, за ними нужен только уход. И я еще раз повторяю, я приглашаю всех желающих к нам в теннисный клуб «Уникорт». Мы займемся вашими детьми, уважаемые родители, и постараемся, чтобы их здоровье, в общем-то, было в тех рамках, которые нам необходимы. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли, что вы пропагандируете. Я знаю, что вы большой энтузиаст тенниса. Вы делаете очень много и для детей, и для стариков, именно для всех возрастов. Спасибо большое. Я не могу себя назвать энтузиастом, потому что я профессионал. Ну, простите. И наш теннисный клуб – это, прежде всего, национальный теннисный центр Украины. Мы добились этого звания, исходя из того, что у нас работают профессиональные, квалифицированные тренеры. Исходя из того, что наша база признана лучшей на Украине, Европейская теннисная ассоциация утвердила это, в общем-то, для нас, для нашего вида спорта, почетное звание «Национальный теннисный центр». Нашим теннисным клубом, президентом его, является один из самых известных в Харькове людей. Юрий Поярков, герой 3 Олимпиад, заслуженный мастер спорта, человек, имя которого включено в Книгу рекордов Гиннесса. Он очень многое делает для того, чтобы наш вид спорта вообще, хотя он сам волейболист, но именно наш вид спорта, наш клуб приобретал все более интересные рамки, чтобы из этих рамок он выходил в Харькове. У нас много международных соревнований, у нас есть имена известных на Украине и во всем мире спортсменов. И одна плеяда заканчивает, Дмитрий Поляков, участник сборной команды Украины на Кубок Дэвиса, заканчивает свою карьеру, но уже подоспела смена ему. И Татьяна Перебейна сейчас входит в элиту уже украинского и европейского тенниса, ей 15 лет. Она уже сейчас, в общем-то, покоряет достаточно значимые вершины. Спасибо за участие в нашем телемарафоне и успехов вас, чтобы ваши воспитанники действительно выходили на Олимп. Спасибо, и пусть телезрители запомнят, что еще в 1911 году известный, знаменитый, великий русский поэт Осип Мандельштам сказал о теннисе: «И дар богов – великолепный теннис». Приходите к нам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, ребята. Успехов вам. Вот ребята еще хотят своему тренеру передать привет, пользуясь случаем. Пожалуйста. Максим. Я хочу передать своему тренеру Марине Анатольевне привет. Маша. Я хочу передать привет своему тренеру Евгению Маратовичу Бандерскому. Я хочу передать привет всем тренерам, которые воспитывают таких хороших учеников. Как вы. И папе с мамой, которые рядом стоят тоже. Спасибо еще раз. Всего доброго. Телемарафон продолжается.